30 марта, друзья, Крым, такая у нас погода, солнышко светит, снежок лежит. Ветрило такое, что с ног просто сдувает. В этом году прям рекорд. В том году последний раз снег был где-то числа 13. У меня даже где-то видео на канале есть. Красота вообще. В горах 100% снег выпал. А может и не выпал. Потому что у нас здесь часть есть снег, часть нету. Видно, как туча шла, так он и так его и насыпал. Видите, там все на горизонте зелененькое, красивенькое, там весна. А здесь, где повыше, здесь зима. Как назло, тучи нашли на солнце. Ну, не так уж и холодно. Я думаю, еще час это все растает. Вот она, крымская степь. Просторы. Контраст такой интересный.
Как знаете, где-нибудь в горах нахожусь. Внизу все зелено, все цветет, а здесь вот прям зима. Собака тоже радуется снегу. Надеюсь, что последнему в этом году. Ну все, такая вот у нас погода весенняя. Без двух дней апрельская. Или без одного. Цветы, конечно, померзли, которые успели распуститься. Ну, по крайней мере, повяли. Не знаю, отойдут, не отойдут.